Марка Хавейл, премиальное подразделение китайского концерна Great Wall, запустила свой российский завод в июне. Первым в Тульской области прописался среднеразмерный кроссовер F7, который оснащает турбомоторами в 1,5 и 2 литра, семиступенчатым роботом, передним или полным приводом. За неполные 5 месяцев в России продано примерно 1300 F7-ых. Это лишь вторая по популярности модель Хавейла, зато в сентябре продажи бренда выросли на 452%. И вот теперь компанию «Семерки» на Тульском заводе составят купеобразный F7X. Основное отличие новинки от исходного F7 — это оригинальный кузов с пониженной на 35 мм крышей. Продажи еще не начались, но из опубликованного Росстандартом сертификата ясно, что из двух двигателей F7 у F7X останется один, двухлитровый. Трансмиссия — тот же робот и передний или полный привод. Второй новинкой Тульского завода станет локализованный Хавейл H9. Этот рамный внедорожник в России продается уже 4 года, но до сих пор машины к нам импортировали. К слову, летом в Китае начались продажи обновленной версии, но выпускать в России покамест будут дорестайлинговую, а значит, никаких изменений в технике не ждем. До сих пор к нам поставлялись H9 с двухлитровыми турбомоторами, бензиновым и дизельным, у обоих восьмиступенчатый автомат и полный привод. Дизель стоит на 70 тысяч рублей дороже бензиновой версии в аналогичной комплектации, но в любом случае это самая дорогая модель в гамме Хавейла. Повлияет ли на цены начало производства в России, пока неизвестно.